дорогие друзья, Кустовы. Снова вместе. Куда мы едем, Гордей Романович? На Олимпиаду. У кого Олимпиада? Какой вид деятельности? Марфа. Ну какой предмет Олимпиады? По математике. Абсолютно верно. Бать, гордишься дочерью? Конечно. У нас первая Олимпиада. У вас категория 6+. Да. Да. Прикрепите до значок. М6, Марфа М6. И твое... Спасибо. А М6 называется? Ну, это категория различная. Итак, уважаемые участники, мы просим всех занимать свои места. Ну что же, здравствуйте, уважаемые гости, участники Олимпиады. Давайте аплодисменты друг другу. Сегодня с большим удовольствием мы рады приветствовать вас здесь, на 5-й юбилейной региональной Олимпиаде по ментальной арифметике 2023 года в городе Краснодаре. Конечно же здесь. Сегодня самые лучшие из лучших. Ребята, которые готовы показать, насколько круто, насколько быстро они умеют считать. В нашей Олимпиаде принимают участие ребята из разных городов, что доказывает, конечно, то, что ментальная арифметика популярна и сближает нас всех вместе. Команда «Абакус», город Новороссийск. Где вы? В разных местах. Помашите нам ручкой, мы все должны вас видеть. Молодцы, приехали к нам. Умницы. Команда «Абакус», Ростов-на-Дону. Тихие какие-то, прям тихие на сегодня участники. Скромные. IQ-центр, Ростов-на-Дону. Ну, поднимайтесь, ну, два человека. Тогда давайте поглядите еще, чтобы вас все увидели. Вдвоем приехали, красавчики. Еще раз аплодисменты. Наши гости из центра «Совенок», Евпатория. Вот они, а пошуметь. Детский центр развития «Умный». Где у нас? Умный, но еще сонный пока, поэтому аплодисменты вы должны услышать, надо проснуться, молодцы. Ну и, конечно, принимающая сторона, хозяева сегодняшнего чемпионата, «Абакус» Краснодар. Итак, уважаемые наши участники, уважаемые родители, преподаватели, Олимпиада будет проходить в два этапа. Первыми будут писать старший возраст. А наши дошкольники в это время будут разминаться в холле, там у них будет разминочка. После окончания Олимпиады для старшего возраста мы пригласим наших младших сюда для проведения Олимпиады для них. На время написания Олимпиады здесь, в этой аудитории, останутся только участники Олимпиады, а также организаторы ее. После Олимпиады всех вас ждут несколько сюрпризов, а также программа от наших партнеров. Старшая группа уже прошла Олимпиаду. Сейчас они выходят и заходит младшая группа. Итак, уважаемые руководители, уважаемые родители, на партах есть у нас наклеенные буквы с номерами. На бэджиках ваших детей такие же номера и буквы. Рассаживайте их туда, где наклеены такие же номера и буквы, как на бэджиках.
микрофон. Давай, приложи сюда. Я решила три примера сразу. Два примера полностью и третий пример полностью. Молодец, Маша. Ментально все решила? Да. Молодец, Галя. Ай, какая ты у нас молодец. Поздравляю. У нашей, потому что они смотрели. Куда? Сделать кофе. Сделать кофе тебе? Конечно. Конечно. Иди с папой, посмотри. Иди. Здесь у вас есть возможность порадоваться вкусной стрельцами с плохого стола. На зоне игротеки немножко поиграть в развивающие игры. Вот здесь, в зоне Flycraft, зона авиамоделирования, можете познакомиться с этим увлекательным делом. И вот здесь, в этой зоне мастер-классов, можете познакомиться с удивительным миром раскрашивания фигур из гипса. Энергии, конечно. А мелкая моторика развивает речь в том числе. А теперь приготовились, сейчас быстро я подхожу, максимально быстро говорим свое имя, справитесь? Поехали, итак, поехали. Отлично. Ага, дальше. Так, дальше. Первое, хотел спросить, настоящий пират должен быть сильным? Да. Смелым? Да. Умным? Да. Хитрым? Да. Одноруким? Да. Одноногим? Да. Все кричат «да», сейчас будем рубить руки и ноги. Кто первый? Родители поддерживают это время, поддерживают, ребят. Достали сейчас одну руку на хоп. Отлично, еще быстрее! Быстро! Поехали! Погружили! В другую сторону! И похлопали в ладоши! Отлично, справились!
вытерли трудовой пот со лба. Все вытерли. Все хорошо. Мое почтение. Еще раз. Итак, дорогие друзья, вы успешно справились. Вы достаточно ловкие. Теперь нужно проверить вас на скорость. Собираемся в самый кривой паровоз. Буквой Г. За мной следом собираемся. Максимально плотно. За мной в паровоз собираемся. Итак, дорогие мои друзья, это будет огненное колесо. Вам нужно будет пробежать через вентилятор огня. Да, либо в конец паровоза, мадама. Вам нужно будет пробежать через огненное колесо трижды. Будет три скорости. Итак, первая скорость 5 единиц для маленьких с монашек собак. Поехали, проверяем. Поехали, медленно, медленно. Пробегай конец паровозика. Конец паровоза побежал. Ага. Так. Хорошо. Давай. Отлично. Давай. Ты бежишь или где? Беги, я разрешаю. Ну что же, мы готовы. Готовы ли вы к награждению? Нет, плохо слышно. Еще раз, готовы к награждению? Отлично, отлично. Подошла к концу, к своему завершению прекрасному 5-я юбилейная региональная олимпиада по ментальной арифметике 2023 года в Краснодаре. Еще раз аплодисменты. Итак, а теперь давайте все-таки предоставим слово руководителю, организатору, руководителю Центра развития БАКУС Краснодар Диане Михайловне Рутюновой. Ваши аплодисменты. Здравствуйте всем. Мы очень рады приветствовать вас в нашем мероприятии. Так здорово, что сегодня все смогли разделить с нами столько прекрасных городов, к нам приехало и смогли разделить с нами этот праздник. Все ребята, они огромные молодцы, и абсолютно каждый старался и заслуживает победы. Мы надеемся, что вам понравилось у нас, наши сюрпризы, которые мы к вам подготовили, вам тоже очень понравились, и вы готовы к самому главному и ответственному моменту – награждению победителей и участников Олимпиады. Итак, сначала перейдем к сертификатам. Все очень просто. Я буду называть фамилию и имя. Вы бегаете ко мне, получаете свой сертификат и возвращаетесь на свое место. Фотографии можно будет сделать тогда, когда мы будем называть победителей. Потом у вас будет целая уникальная возможность остаться, сделать фотографии на фотозоне. Итак, сертификат участника ежегодной региональной олимпиады по ментальной арифметике вручается Матвей Боронин. Держи, медаль не забудь. Марфа Кустова. Должна быть здесь. Вот она. Держи. Медаль не забудь. Любава Ракитина. Мирослава Подувкина. Мария Мирошниченко. Отлично. Не становится меньше. Полина Губинская. Сколько детей сегодня здесь? Просто класс. Бежит, бежит. Красиво. Замира Магомадова. Категория брат 7-9 лет. Первое место. Эльдар Ляужев. Держи твой диплом, твоя медаль, кубок и, конечно, подарок. Категория брат 10 плюс лет, первое место. Егор Скрипко. И чтобы далеко не уходить, первое место. Иван Шершнев. Я не знаю, кто из вас старше, кто кого перещеголял, старше младшего или младше старшего. Первое место, красавчики, аплодисменты, вот. Это, скажем так, прям элита, можно сказать. За лучшую подготовку учащихся в региональной олимпиаде по ментальной арифметике. С большим удовольствием под ваши аплодисменты хотим вручить эти грамоты Елене Витальевне Тимофеевой. Спасибо за подготовку самых
лучших кадров ментальной арифметики. Светлане Юрьевне Волковой. Галина Андреевна Хохлова. Марина Федоровна Метелько. Надежда Ильинична Медведева. Кристина Геннадьевна Тюрик. Ольга Борисовна Осадченко. Присоединяйтесь вот сюда. Почетная грамота Оксане Аркадьевне Яблочкиной. Ну что же, еще раз всем огромное спасибо всем участникам, организаторам, тем, кто сделал это все возможным. С праздником вас! У вас есть уникальная возможность еще сфотографироваться на фотозоне с организаторами, с победителями, со всеми наградами. Сейчас. Ну, в честь такого праздника, собственно, у нас вот вкусная еда, Марфушина любимая. Марфуш, мы тебя еще раз поздравляем. Ура! Полгода назад, в сентябре, когда ты начала ходить на ментальную арифметику, ты до 5 только умела считать, а сейчас, через полгода, ты уже участница Олимпиады. Молодец.